Дэвид Кэмерон поставил Брюсселю ультиматум. Британский премьер потребовал для своей страны особых условий членства в Евросоюзе. Среди требований равный статус для фунта стерлингов и евро, а также контроль за притоком мигрантов. В случае невыполнения он не исключает выхода Британии из ЕС. Впрочем, примеру Туманного Альбиона, похоже, готовы последовать и другие государства Объединенной Европы. Дмитрий Сошин продолжит тему. Британский премьер-министр, как принц Гамлет, ставит вопрос ребром. Быть или не быть Соединенному Королевству частью Единой Европы? Этот вопрос он готов вынести на референдум уже в июне. При этом Дэвид Кэмерон намекает, Лондон, если того пожелают британцы, в будущем вполне может обойтись и без Брюсселя. Я хочу от европейских лидеров ясного, законного и окончательного документа, который бы не принуждал Британию к большему политическому союзу. Мы не хотим, чтобы нас против воли втягивали в некие Соединенные Штаты Европы. Но если к нашему мнению не прислушаются, а я надеюсь, мы этого избежим, то британцам тогда надо задуматься, а нужен ли нам вообще Европейский Союз. И я ничего не исключаю. Кэмерон требует, чтобы Евросоюз запретил новым европейцам, прибывающим на работу на запад континента, в течение первых 4 лет получать социальные пособия. Почему Кэмерон заострил на этом внимание, догадаться несложно. Почти половина трудовых мигрантов в Британии, помимо заработка, еще и сидят на пособиях. С того момента, как Польша и Литва стали членами Евросоюза, жители этих стран приезжают сюда в поисках работы, и это взбудоражило людей. Кто-то говорит, ну, это молодежь, им не нужны пособия и пенсии, но очень многие уверены, что мигранты отнимают у них рабочие места. Фактически Лондон предъявил Брюсселю ультиматум, изложенный в более мягкой дипломатичной форме в письме. Сегодня утром оно ушло из резиденции на Даунинг-стрит в канцелярию Дональда Туска, председателя Евросовета. В этом большом письме целый список условий, при которых Британия готова остаться в единой Европе. Это вопросы, касающиеся экономической миграции внутри Евросоюза и требования предоставить британскому парламенту, а также парламентам других европейских стран, возможность блокировать решения, принятые евробюрократами. Дэвид Кэмерон предупреждает, что агитировать за единую Европу он готов лишь в том случае, если лидеры Старого Света готовы принять его условия. А иначе дело пахнет разводом. Последнее британское предупреждение главы Евросовета обсудят в середине декабря на предновогоднем саммите. Настроение вряд ли будет праздничным, ведь премьеру Кэмерона готовы последовать многие. Венгры не желают принимать беженцев. Квоты на их размещение определяет не Будапешт. А греки возмущены тем, как Единая Европа помогает им вылезти из долговой ямы. Европа как минимум с 2008 года находится в кризисе. Сначала проблемы с евро, потом начался кризис в Греции, в Испании, на Кипре. Последняя фаза — миграционный кризис. Я не говорю сейчас об украинском кризисе, где тоже нет единства позиции. Проблемы решаются в первую очередь на уровне Берлина и Парижа, уже потом присоединяют остальных, что, несомненно, действует разрушительно на саму идею единства Европы. Единая Европа, похоже, вступает в фазу сомнений и разъединений. Премьер-министр Испании требует от Еврокомиссии больше экономической свободы. Испанцы не в силах еще больше затягивать пояса. А в Барселоне тем временем добиваются независимости от Испании. Парламент Каталонии отвел 1,5 года на подготовку конституции и формирование госаппарата. Мы имеем абсолютное большинство, а потому законный мандат на создание Республики Каталония. Это право получено демократическим путем. Мы были избраны, чтобы дать Каталонии независимость, утвердить свои законы и не подчиняться испанским. Мадрид намерен оспорить это решение в Конституционном суде, но дело, судя по всему, будет сложно решить в рамках юридического процесса. Люди устали от бездействия политиков, от того, что иностранный чиновник должен решать, как им жить и работать. Настоящая демократия, считают многие европейцы, и состоит в том, чтобы самим решать свою судьбу. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Юлия Заграничного, Павел Матвеев и Людмила Моисеенко. Первый канал, Лондон.